В Грузии избиратели голосуют на парламентских выборах, организованных согласно новой системе. Главная интрига заключается в том, сумеет ли основанная миллиардером Бедзина Иванишвили грузинская мечта «Демократическая Грузия» в третий раз с 2012 года сохранить за собой статус правящей партии. Или же к власти вернется созданное экс-президентом Михаилом Саакашвили «Единое национальное движение». Возможность создания коалиции мы исключаем. Мы придем к власти благодаря убедительному, если не абсолютному большинству. Думаю, что грузинская мечта получит примерно 100 мандатов, плюс-минус 2 мандата. Единое национальное движение принимает участие в выборах в составе оппозиционного блока «Сила в единстве». На пост премьер-министра оппозиция выдвигает Михаила Саакашвили. В правительстве понимают, что начинают терять политическую власть. И они все еще пытаются провернуть свои постсоветские фокусы. Но оппозиция намерена полностью изменить состав правительства и вернуть Грузию на нормальный путь демократического развития. Чтобы получить право на формирование правительства, партии необходимо набрать не менее 40,54% голосов избирателей. Всего в выборах в однопалатный парламент Грузии принимают участие 48 политических партий и 2 блока.